Вторичный рынок. Квартиры эконом-класса. 567 долларов за квадратный метр. Это в среднем по этому классу в октябре месяце в целом по городу. Снижение минус 0,18%. Также можете посмотреть по админрайонам стоимость, так сказать, в абсолютных цифрах, это в долларах. Ну и снижение в процентном соотношении за месяц. Следующий слайд – это уже первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс. 936 долларов за квадратный метр в среднем по городу, плюс 0,11% подорожала недвижимость этого класса или этих классов за месяц. Также можете посмотреть в абсолютных цифрах в разрезе административных районах и, конечно же, рост в процентном соотношении за месяц. Последний слайд, который характеризует, так сказать, вот эти краткосрочные процессы колебательные. Видим 1533 доллара за квадратный метр. Напомню вам, что вот здесь видим первичный рынок элит-класс. Динамика положительная роста, плюс 0,13%. И обратите внимание, что осталось всего два административных района, Шевченковский и Киевский, где строятся квартиры с данными техническими характеристиками, ну, которые соответствуют элитному классу. По админрайонам можете прочитать и рост в течение месяца в процентном соотношении. Переходим, друзья.